Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня я со своей прекрасной подругой Хуабэй. Hello, 大家好. Буду обучать вас, как сказать марки машин на китайском языке. Хотите прокатиться с ветерком? Поехали! А вы знали, что Стив Джобс ездил только на Мерседесе? Так как же сказать Мерседес по-китайски? Бентли выпускает один из самых роскошных и дорогих автомобилей в мире. Но дороговизна этих автомобилей не только в цене. Для Бентли Мульсани эта дороговизна измеряется не только деньгами, но и жизнями коров. Для выпуска этой машины нужно убить 18 коров. Так как же сказать Бентли по-китайски? Бингли. Бингли. Осенью 2008 года был установлен рекорд по продаже самого дорогого автомобиля в мире. За 28,5 миллионов долларов продали Феррари 250 GTO. Так как же сказать Феррари по-китайски? Феррари. Феррари. А вы знали, что крупнейшим автопроизводителем в мире на сегодняшний день является Toyota? Так как же сказать Toyota по-китайски, Хуабэй? Фонтен. Фонтен. Почему Фонтен? Почему не Toyota? Тойота? Потому что日本它在造这个车的时候给它起名，然后写成日文的时候写出来的字体和中文的这个丰田字体很像，所以我们这边翻译过来就把它翻译成丰田，很有意思。谢谢侯贝。Многие наверняка знают, что Volkswagen 大众汽车 владеет Audi, Audi, а также Skoda. Skoda. Но мало кто знает, что эта компания также владеет Bentley, Bentley, Bugatti, Bugatti, Lamborghini, Lamborghini и Porsche, Porsche. 我最喜欢雪佛兰. О, это Chevrolet. 那你最喜欢什么车? 我最喜欢的是 Infiniti. Infiniti. Okay, Infiniti. Когда я училась вождению, мой инструктор говорил: Надя, остерегайся водителей на BMW. Баума. Баума. А самый экологичный автомобиль Tesla по-китайски будет? Tesla. Первым автомобилем серийного производства был Ford Model T. Так как же сказать Ford по-китайски? Ford. Французская автомобильная компания, созданная в 1919 году, Citroën по-китайски будет? Citroën. Правительство Франции владеет 20% капитала компании Renault. Так как же сказать Renault по-китайски? Renault. Вы наверняка уже слышали про китайскую популярную марку Geely. 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 А японский бренд Honda по-китайски будет? Бентен. Бентен. Я думаю, он называется не Honda, по той же причине, что и Toyota. Настоящей кинозвездой стал автомобиль Peugeot 406, который принимал участие в серии фильмов «Такси». Как же сказать Peugeot по-китайски? Пяо-чжи. Пяо-чжи. А компания Hyundai первой в мире внедрила технологию Android Auto. Как сказать Hyundai по-китайски? Hyundai. Hyundai. Сиси Хуабэй. 特别感谢. 我还是有点小那个啥的. 没有. Ребята, я спешу вам сообщить, что я сейчас беру учеников на занятия китайским языком по скайпу. Кому интересно это, пишите в директ, либо же на e-mail, и мы будем с вами сотрудничать. Спасибо за внимание. До новых встреч. Bye-bye. 再见.